Решили прогуляться в российское посольство. Российское посольство – это самое мрачное здание в Гаване. Огромная территория, огороженная колючей проволокой. Не успели мы пройти вдоль стены, тут же выскочил русский охранник со словами, что вы здесь снимаете. Сотрудник службы безопасности. Зато напротив белорусской посольства, не колючей проволоки, аккуратненький заборчик, беленькое, чистенькое здание. Все культурно, видно, страна дружит с Кубой, все хорошо. А Россия только делает вид, что дружит, сдала все интересы российские, которые были в этом регионе, сдала базу на Кубе, все поздавала. Но зато, пиздец, это, сука, крепость какая-то. Здание туда... Основное посольство высоченное, значит, меч в сердце Кубы, то есть его воткнутый меч в землю, когда рукоятка торчит, высотой метров 100, наверное, 70. Зрелище, конечно, мрачное. Это просто пиздец какой-то. Но зато здесь у нас шикарные завтраки. Вчера мы ужинали. Завтраки тоже ничего. На ужин мы жрем лобстера. Чего-то за $12 порция... на человека. Весьма бюджетно. Сегодня будем жрать каких-то гигантских креветок в ту же цену. Всем рекомендуем.